В настоящее время установлено то, что с января по декабрь 2012 года начальник у нас, используя свои должностные положения, давала прямые указания своим подчиненным сотрудникам не регистрировать входящие исполнительные документы о взыскании денежных средств. Ну и в результате были укрыты документы исполнительные на сумму вот свыше 3 миллиардов рублей. А если точнее, 3 миллиарда 849 миллионов рублей. Именно на эту сумму не были зарегистрированы исполнительные документы задолженности по исковым заявлениям граждан, уплате штрафов и налогов. По версии следствия, Долгих делала это для улучшения показателей с целью продемонстрировать хорошую отчетность, эффективную работу, добиться премии и благодарности. Эти документы, они не дошли до судебного пристава исполнителя, чтобы он их исполнил и взыскал деньги. Эти документы, которые к ним поступали, они просто лежали у них. Грубо говоря, пришла сотня, 10 регистрируем, 50 нет. Регистрируем, к примеру, копеечные, которые проще взыскать и сделать свой показатель. Анастасия была уволена со службы в конце прошлого года. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.